Не, ну 3 дня, в принципе. А что 3 дня? Ни о чем вообще. Я думаю, может быть, какой-нибудь снег. Не знаю. Вот. Да просто погулять там. Слушай, ну... О, смотри, смотри. Это что такое? Чувак, колбасу сбивай, блядь! Ты прикинь, блядь! Блин, колбаса рассыпалась. Чё, блядь? Чё за фигня? Это надо догнать, наверное, как чё? Дай мне её тетрадь. Я пыталась дышать.
далее на Башковской находится частичное движение Маслоки. На востоке затор на шоссе энтузиастов по 3-й Владимирский до проспекта Ленина. Тормозит Краснобогатырская от Преображенской улицы до Ростовинского проезда. На юге стоит кошелька от Борисовского моста до Пролетарского проспекта. Сложно проехать по Пролетарскому и далее по проспекту Андропова от улицы Москва-Речи до Нагатинского моста. Проблемы на Севастопольском проспекте от улицы Обручева до 5-го загородного проезда. Трудности на Нахимовском проспекте от Варшавки до Профсоюзной улицы. На западе плотно на Ленинском от проспекта Вернадского до Ломоносовского проспекта. Затор на проспекте Вернадского от улицы Кравченко до Университетского проспекта. На МКАДе проблемы на внутренней стороне от Заречного шоссе до Волгоградского проспекта от улицы до Ясенева. На внешней от Ярославского до Лихачевского шоссе. Внимание, изменилась схема движения в районе аэропорта Шереметьево. Теперь там закрыт разворот под международным шоссе на выезде из аэропорта. Развернуться можно в районе Меркисарова. Пока это все информация. Вся информация о дорожном движении через полчаса продолжения. Ну а через 5 минут будем играть в игру «Давай нашу». Телефон 258-332-0 и традиционно код 495. Автомонитор. Все пробки, как на ладони. В твоем мобильном телефоне. Скачай приложение на Авторадио. Установи свой статус. Общайся в чате. Проложи маршрут с учетом пробок. Автомонитор. Скачай на Авторадио.ру.